Славянская детская художественная школа – это центр подготовки юных художников и мастеров декоративно-прикладного творчества. Здесь был проведен зональный конкурс в области изобразительного искусства по станковой композиции «Я рисую наши традиции», в котором приняли участие ребята из Славянского и Красноармейского районов. В настоящее время в Славянской детской художественной школе созданы все условия для творчества юных. Одаренные славянцы получают здесь начальное академическое художественное образование по рисунку, живописи, станковой композиции, скульптуре, истории искусств. В школе, как в зональном образовательном учреждении, был организован интересный конкурс «Я рисую наши традиции». Он собрал ребят из 10 школ двух соседних районов. Проходят между школами Славянского района 5 школ ДШИ и Красноармейского района. Всего у нас в зональное славянское объединение входит 11 школ. Приехали ребята со всех учреждений сегодня. Они соревнуются по станковой композиции. Тема конкурса называется «Рисуем наши традиции». Это широкая тема, и каждая аудитория, ребята вытаскивали жеребьевку, более узкие темы. Ну, допустим, историю, которую передают из поколения в поколение. Осенние праздники в нашей станице, народные обряды нашего края. Бабушки, дедушки, хранители семейных традиций. Также здесь прошла зональная методическая конференция. Педагоги получили возможность узнать что-то новое. На конференции выступили 12 преподавателей с целью распространения передового опыта. Все ребята, принимающие участие в конкурсе, проходят внутришкольный отбор и отобраны уже как лучшие. То есть их главная задача – приехать сюда и показать себя с лучшей своей стороны. И посоревноваться, увидеть, как другие ребята с других районов и других школ себя тоже проявляют. Мы очень рады, что нас пригласили в данную школу. Также ценно то, что на проведение конкурса всегда включена методическая конференция, где педагоги также делятся своим опытом, привносят что-то новое, рассказывают о ошибках, с которыми сталкиваются, и что могут с этим сделать. По итогам зонального конкурса в области изобразительного искусства по станковой композиции «Я рисую наши традиции» были определены лучшие юные художники в номинациях «Живописная композиция» и «Графическая композиция» в трех возрастных категориях. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».